встретили огромную страшную акулу. Боишься, Диана? Матильда, хочешь погладить? Нет. Посмотрите, какая она огромная. Давайте ее длину посмотрим. Давай. Огромная. Смотрите, она хвостом шевелит. Вот это мы пришли в магазин. А когда мы будем плавать на яхте, мы можем такую встретить живую. Такая акула может съесть. Живот, посмотри, как шевелится. Это маленькая акула. Папа говорит, что это маленькая акула. А как Дениска? Хочет посмотреть. Денис, кто это? Денис. Дениска, кто это? Кто это? Это акула огромная. Это акула большая, зубастая. Как у нее в животе булькает, слышите? Она булькает, она съела бамалея. Кого она съела? Бамалея. Точно. Она съела бармалея. Пойдем акулу гладить. Нельзя туда заходить. Жаль. А кто же это? Это дельфин, а это морской котик, наверное. Да, дельфин и морской котик. Давайте морского котика посмотрим. Маленькие они? Маленькие. Маленькие? Да, если с таким да. встретишься, не поздоровится. Маленькие. Диана, как тебе дельфин? Супер! Какой он? Классный! Вы можете нос дельфинчику потрогать? Дельфины очень добрые! О них даже кататься можно! В море! Когда мы встретим дельфина, может быть, он нас покатает? Да, наверное, покатает! Владимир, что это такое там такое круглое? На что это похоже? Это на скафандр. Да, это подводный скафандр. Люди в таких погружаются, представляете? Наверное, раньше погружались. Вот сюда они смотрят, в это смотровое стекло. Как вы думаете, вам понравилось бы в таком басискафе? Ой, в таком подводном шлеме нырять. Я не хочу в таком шлеме нырять. Не хочу в таком шлеме нырять. А почему? Потому что он некрасивый какой-то. Мой самый красивый. Я не хочу в скафандр. Это розовый. Розовый. А ты знаешь, какой он тяжелый? Он же металлический. Он темный. А это какой? Что ли, тяжелый? Тяжелый, очень тяжелый. Он же металлический, медный. Как вы думаете, куда баллоны пристегиваются? Куда пристегиваются баллоны с воздухом, чтобы человек мог дышать? А вот это что такое? Это? Рулит штурвал. Штурвал, да. Владимир, хочешь порулить? Нет. Почему? А я хочу порулить. Я не знаю, возможно, это компас, надо у папы спросить. Это все настоящее, представляете? Как настоящее? Все настоящее, не игрушечное. Этим пользовались люди. Штурвал настоящий. Настоящий, кто-то им рулил. Да? Да, это называется рында. Рында? Да. Владимир, смотри, пират. Настоящий пират. У него настоящий, у него даже сокровища в сундуке есть. Настоящий живой человек. Настоящий живой человек. Хотите пирата потрогать? Нельзя. Нельзя? Костенки. Точно. Мама, а у вас
вот этот настоящий пироглот. Что-то говорит, да. Ага, пират, это настоящий человек? Или пластик? Как ты думаешь? Шудаин, дай мне пластик. Или пластик? Не знаю, как ты думаешь? По-моему, настоящий. Ха-ха-ха-ха, прямо как вы. Когда вы изображаете пиратов, так же говорите, как он. Ха-ха-ха. А ты уже знал, он пластик или игрушечный? Игрушечный. Сейчас вы пойдете в батискаф, будете делать подводное погружение. Вот в такой желтый батискаф. Вы будете плавать, смотреть на рыб. Там акулы. Не хочу туда плавать. Не хочу туда прыгать. Почему? Потому что там акулы. Ура! Вы идете мультик смотреть. Кто там? Пойдешь? Не подводные были. А еще? Видишь, я же говорила тебе, там нет акул настоящих. Владимир испугался, не пошел. Да. А что еще там было? Там были подводные змеи, подводные коньки, рыбы-клоуны там еще. Акулы там, морские звезды. Интересно? Очень. Понравилось?